председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева провела встречу со сторонниками партии, проживающими в сельском поселении Анискинское. Встреча прошла в Доме культуры поселка Биокомбината. На встрече обсуждались вопросы местной жизни. Единороссы подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2018-й. В ходе этих встреч мы, во-первых, делаем такое небольшое подведение итогов того, что мы, как партийная организация в Щелковском районе, сделали за этот год. Эти итоги мы подводим конкретно относительно к тому поселению, в котором встречаемся с партийным активом и со сторонниками партии. За год в поселении отремонтировано более 20 тысяч квадратных метров дорог, удалось привести в порядок треть всех дворов. За последние годы в целом было расселено более 40% ветхого и аварийного жилья. Сейчас и партийные проекты очень активно работают на нашей территории. Может быть, кто-то не знает, что мы в том году продолжаем строительство спортивного объекта, и в августе месяце, 15 августа, мы торжественно с Надеждой Владимировной его откроем обязательно. Это тоже очень значимо. Члены партии «Единая Россия» и их сторонники, проживающие в сельском поселении Анискинское, выразили желание продолжить свою работу с населением, всячески отстаивая интересы жителей и продвигая на все уровни власти их предложения. Проблемы есть везде, и они решаются с помощью Щелковской администрации и с помощью партии «Единая Россия». Совместной вот этой работы коллективной, думаю, все вопросы могут решиться. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».